25 мая для учеников 11 класса во всех школах Сергиево-Посадского городского округа прозвенел их последний школьный звонок. В средней школе номер 4 этот праздник по традиции начался с государственного гимна. С напутственным словом к выпускникам обратилась директор школы. Всегда этот день наполняет чувства, особенно выпускников, вот самыми смешанными, самыми вот противоречивыми эмоциями, потому что он воплощает в себя и радость, и грусть. Да, радость – это праздник долгожданный. К нему вы спешили, мои дорогие. К нему вы стремились и его ждали уже на протяжении многих последних дней. Потому что вы уже почувствовали себя взрослыми, готовыми к новой жизни. И уже вам немножко стали тесными стены нашего здания. Я это понимаю прекрасно, и вы это тоже ощущаете. Также к ребятам обратился и депутат окружного совета Тимофей Лагутин, для которого стены этой школы также являются родными, как и для нынешних 11-классников. Я стоял и сидел на вашем же месте ровно 27 лет назад. Мне хотелось, чтобы все официальные речи быстрее закончились, и мы приступили к празднованию, к подготовке экзамена. Но уж потерпите немного. Я буду краток. Нам с вами через несколько лет, когда вы закончите, получите высшее образование и придете на работу, нам нужно будет строить наш город, нам нужно будет строить нашу страну, и нам нужно будет строить прекрасную счастливую жизнь. Не бойтесь ничего. Идите смело по жизни. Не бойтесь экспериментировать. Быть иногда смешными, иногда наивными. Получайте знания и помните, что всегда нужно начинать с себя. Что я сделал, что мне нужно сделать и каким я буду. Получайте знания, грызите гранит науки и будьте счастливы, как правильно сказал Нина Николаевна. Будьте патриотами нашей страны, знайте гимн наизусть, помните нашу историю и наших славных предков. Это есть залог нашего успеха. Затем Тимофей Лагутин наградил почетными грамотами от Совета депутатов учителей и учеников, которые приняли участие в акции по увековечиванию памяти павших в Великой Отечественной войне героев. Концертная программа для гостей праздника была подготовлена не только самими выпускниками, но и учениками младших классов. Со сцены звучали стихи и песни о школе. Когда пришли вы в первый класс, вы были все такие дети. Теперь мы провожаем вас. На переменах вы гуляли, нас совсем не замечали. Но теперь, нам дали слово, вас поздравить мы готовы. С первого класса учат дети, нужный один урок. Человек на свете жить без него не смог. Здесь теоремы и примеры, дроби и интеграл. Здесь синусоиды и сферы и дифференциал. Последний звонок – это рубеж между обычными уроками и сдачей единого государственного экзамена. Так что выпускникам расслабляться рано, но выпускной уже не за горами. Мария Ревека, Сергей Власов, День города.